Відпустити лиха минулого і з добротою серці зустріти нову зірку. Одеські храми вже готуються до відзначення Різдва. Цього року всі заплановані богослужіння з нагоди святкування відбудуться, але з дотриманням необхідних карантинних норм. Охороняти святковий спокій одеситів у різдвяні вихідні будуть більше 1000 поліцейських та 500 нацгвардійців. Этот праздник является основополагающим и одним из главнейших праздников вообще годового цикла наряду с воскресением Христовым, с Пасхой. И вот, конечно же, в связи с этим праздником, как таким особенным торжеством, связано множество и вот таких вот традиций, как церковных, так и праздничных, бытовых. Потому что, конечно же, вера в Бога, она не ограничивается только периметром храма, а из храма люди выносят вот это все добро, этот свет, вот этот потенциал к радости, созиданию, которое они получают во время богослужения, во время молитвы, они выносят его к себе домой. И вот вся эта масса замечательных традиций, добрых, семейных, уютных вечеров, она и черпает источник именно в богослужении храмовом. Традиційно напередодні свята у храмі Святої Мучениці Тетяни відбуватиметься вечірнє богослужіння, а 7 січня пройдуть дві божественні літургії. У храмі закликають дотримуватися дистанції та обов'язково бути у масці. Віра за останнє время розкрилась в дуже великому кількості людей. Вот так вот. І поэтому приходящих в храм людей, то, что приводит человека в храм, вот эта его вера, таких людей действительно стало больше. Кто-то приходит и остается дольше. Кто-то приходит для того, чтобы вот что-то тяжелое, что у него было, оставить на исповеди, получить благословение у священника. В конце концов, даже просто поставить свечку, помолиться, чтобы как-то какой-то свет коснулся души среди трудностей. Нашим дорогим одесситам, конечно же, хочется пожелать в эти святые, светлые дни святок благословения Господнего. Пусть вот эта радость, которую возвестили ангелы в небе над Вифлеевом, слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение, пусть это славословие коснется сердца каждого из вас, дорогие жители нашего города. Пусть крепкое здоровье будет послано Господом Богом вам. Пусть изобилие будет в ваших домах, но самое главное, чтобы все это зиждилось на глубокой вере в Бога и любви друг к другу.